Добрый вечер, дорогие друзья, жители Нахальбека, многоуважаемые ветераны, представители администрации нашего города и гости. Эрефтов Нахальбека! Ветераним Нахбадим Берхейну Нецегей Ирият Бершева! Мы собрались, чтобы еще раз поздравить вас с великим праздником 63-й годовщины Великой Победы и 60-летием образования Израиля. Итканаслу кана эрев, где лахгог 63 шаним мяса ницахон альханацим. Вышишим шнот ацмаут ле мединат Исраэль. Я не случайно произнес это поздравление в такой последовательности, так как считаю, что наше еврейское государство Израиль является олицетворением победы в Великой Отечественной войне. И песни победы, которые прозвучат сегодня в концерте, звучат сильнее, чем в любом другом уголке мира. שהוקדשו לאותם הימים של מלחמת העולם השנייה.